Всем приветики! Как у вас дела? Как выходные проходят? Ой, у меня все прекрасно, все хорошо, прям, ох, вот что значит дачка, свежий воздух, прям красота, витаминчики, это смородинка, прям клубничка, налопались, ох, витаминчиков. Ну а сейчас анекдотик. Одного мужика вечно пилят жена и теща, но сил нету больше жить. И в один прекрасный момент мужик не выдержал, как даст кулаком по столу и говорит: «Все, так, с этого вечера одну ночь жарю тещу, другую ночь жарю жену». Жена говорит: «Ах ты, зараза, и это же мама моя!» На что мать говорит: «Доченька, да ты успокойся, он же мужчина, он знает, как правильно нужно делать». Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока.